Ja ću samo dve reči zahvalnosti ministru Lavrovu i predsjedniku Putinu. Ja skažu toliko nekoliko slov blagodarnosti ministru Lavrovu i prezidentu Putinu. Više od 100 godina postoji ideja o izgradnji hrama Svetog Save. Decenijama smo se mučili, ali smo uz veliku podršku i pomoć naših ruskih prijatelja uspeli da izgradimo i najveći deo posla uradimo u poslednjoj deceniji. Более 100 лет существует идея строительства храма. Десятки лет мы это делали, и только в последние десятилетия, благодаря огромной помощи и поддержке наших великих русских друзей, мы сделали это. И желим особенно в две речи само да кажем, познавающий патриарха Иринея, он бы данас был поносан, дорогой Сергей, да я овде с вами. I gledao bi ove kupole, divio im se, divio bi se majstorstvu ruskih umetnika, svem onome što su radili i Cereteli i Muhin, svi ostali ruski majstori, a naše je da danas ovde i pred vama kažemo u zahvalnost predsedniku Putinu jedno veliko hvala, da kažemo da ovo je vaš hram, jednako koliko je naš, a nemojte da se ljutite što se mi ponosimo, i koristeći vaše reči i veličestveno i velika ljepna, što nam je moguće da kažemo da imamo najlepši pravoslavni hram na svetu. Hvala vam, još jedan put prenesite našu zahvalnost predsjedniku Putinu i živelo prijateljstvo Rusije i Srbije. Sve to napravio sam problem. Особо хочу поблагодарить вас сегодня и вспомнить патриарха Иринея. Если бы он был сегодня с нами, дорогой Сергей, он бы с гордостью смотрел на эти своды, купола и гордился бы и удивлялся мастерству российских мастеров. Внесли свой вклад и Церетели, и Мухин, и все остальные российские мастера, которые работали здесь. И мы прежде всего благодарны президенту Владимиру Путину за помощь и поддержку в строительстве храма. Этот храм и наш, и ваш. И не обижайтесь, пожалуйста, дорогие российские друзья, что мы пользуемся вашими словами и произносим слова величественные, великолепные, когда говорим об этом храме и о том, что он самый красивый в мире. И он позволяет нам сказать: «Да здравствует дружба России и Сербии!»